Колькі є зараз гэтай башкары? Тысячі, мільйони, мільярди. Вирятуватися ти зараз на вулиці практично немагчимо. До речі, як стверджують вчені, башкари нема тільки у Антарктиді і некоторих районах пустыні Сахара. Неприємності утворяють виключно самки. Для самців мушкари – основний корм, нектар і рослинний сок. У цьому році для гнюсов склалися вельми сприяльні умови. На біологічному факультеті Гомельського держуніверситету кажуть, що мушкара буде залишатися проблемою ще кілька місяця. І підкреслюють, у особні роки її було навіть більше, ніж цьолітом. Це так називаємо група кровососущого гнюса, у яких личинки розвиваються в воді. Водні личинки. Тому при великому паводку, який наблюдається в цьому році, соответственно, и большой приплод, и массовый вылет мошек происходит из личинок и куколок. Так? Кроме того, основной кормовой объект для мошек – это пыльца сосны, ну и прочих хвойных пород. Вот. Поэтому в период пыления голосеменных сосна, ель и прочее наблюдается тоже увеличение, массовое увеличение количества мошек. Больше за все мошкары каля водоемов, где размещена значная частка садоводницких кооперативов, а лесу сыркается на усюды. Больше за инших от укусов пакуют напевно дети. Медики рают выкористовывать репелленты, а при этом улечивать могчимость аллергичных реакций. У этом годе мошкара заявилась навод на футбольном поле Гомельской городской спортивной детячей юнацкой школы Олимпийского резерва номер 8. Глядачам находится на трибунах достатково складано. Что тычется самих спортсменов, то яны увагу на такую неприемность имкнуться не звертать. Мошек, конечно, очень много. Но все-таки хочется хорошо потренироваться, поэтому это не мешает. Лечится, что первые мошки заявились у юрский период, когда 200 миллионов годов тому, и они заявляются кормом для десятков видов птушек, они и сами стесняют напады на птушек и живел. Практично не покутают от них только коты и собаки. Что тычется человека, то тут все задержит от иммунной системы. У некоторых наступцы укусов обмежуются свербением скуры, иншие вымушены звертаться в установу оховы здоровья. У Гомеля потерпелых принимают у аллергологичном отделении областной туберкулезной больницы. Реакция самая частая, вот, это местное раздражение. Это не аллергическая реакция, это за счет яда. У некоторых больных, вот сейчас у нас поступали некоторые, жалко, сегодня не могу вам показать, потому что они живо вписываются, что даже есть гематомы подкожные от яда, как обыкновенный яд любого, не только насекомого, возникает местное действие яда. Оно выражается и зудом, и воспалением. Его даже может быть подкожные гематомы. Сярод основных парад медиков на этот период – промывание места укусов чистой водой и антисептиком, охлаждение скурой ледом и выкористание репеллентов. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».